Ты на шерифе снимаешь, да? Нет, или на один. Сосед оттуда лучше сюда снимать? Типа вот, вот так вот. Понял? На шерифе, да, снимать? Нет, ну так на шерифе. В общем, привет, ребята, новое видео на YouTube. Как бы в предыдущем видео мы вам рассказали то, что мы собираемся садиться на фарму. Сегодня пришел тот день. Сейчас я покажу наши. Не показывай только нашего поставщика, пожалуйста. Блядь. Ну, замажь. У нас тут вот. Опа, это что-то уже такое тяжелое. Будем колоть 250 миллилитров. Миллиграмм. Миллилитров, да. Миллилитров. Короче, миллиграмм, да. В общем, сейчас уже подготавливаемся. И да, завтра пойдем тренить, проверять результаты. Ура. Готов, Саня? Я всегда готов. Что ты думаешь по этому поводу? Я очень рад. Это эликсир от худобы, получается. Заебись. Все, готовимся. Блядь, стрёмный пизда. Надо ж протереть, да, чем-то. Ну, вот я еще, я не протираю, я так хуякс все. Блядь, нахуя мы это делаем? Ну, это пиздец. Порохло. Ее на холодную нельзя колоть, ее надо разогревать, потому что ее если в холодильнике держишь, когда с холодильника вытаскиваешь, надо разогреть сперва, потому что она тяжело идет. Но она сейчас у меня в машине лежала, нормально. Следующий. Блять, кроссовки снимай хоть. Все больно говорим, да? Окей. Короче, ребята, сейчас кинемся немного витаминами, потом забомбоцаем энергоз с притреном и солями. Вот, и уже вылетаем на трешу, да, Андрей? Готов? Да. Полетели, блять, но у меня... У меня после вчерашней инъекции плечо болит пизда, типа мне его нахуй, вот я его так поднимаю, и оно болит, сука, я надеюсь, я смогу сегодня тренить, ну посмотрим. Сейчас еще закинемся креатином, уже какой, я как бы начал его использовать неделю назад, но я пил только вот такие вот темки, типа, я думал, что в одной таблетке было 3 грамма, потому что написано 3 грамма, а потом я такой развернул, смотрю, и тут, понял, 1 грамм креатина. И глюкоза 58 грамм. Я такой, ебать, я думал, я 6 грамм креатина каждый день башу, но нихуя. Вот это вот нормальная тема, тут чистый креатин. Такая вот мини-ложечка, ебать. Я думаю, никто такое еще не видел. Я тоже. Первый раз. Сейчас, короче, ёбу. Ну и таблеточку с глюкозой, чтобы усваивался креатин лучше. Да. Все, мы уже собрались. Сейчас закупимся энергетиками в магазе и полетим. Андрюшка тоже спонсор. Crea Pure, вроде бы, называется. Да три кидай, как я, типа 3 грамма, у тебя же вес больше, тебе вообще будет хорошо очень. Тебе желательно больше, но мне нормально. Пойдет. На стиле розовые наушнички, розовая футболочка. Ой, пацаны, Андрюха забыл ебаный королец. Короче, блядь, плечо болит, но я не знаю, сейчас, сука, посмотрим, как трени пойдет. Надеюсь, все получится. Допил витамины, сейчас смешиваем, короче, делаем такой коктейль. Чтобы потренироваться, хорошо. Бля, прикинь, я это все, типа, мы это все делали, короче, а в итоге у меня не получится тренировать, потому что плечо болит. Будет обидно нахуй. Кто сможет? Меня сейчас вырвет нахуй от этих витамин. Да, нахуй. Тебя тоже? Твой на газон, блядь. За газом. Кинешь там мне скупо. Один? Два. Бля, чувак, мечты. Ребятки, всем привет. Он не болит. Легенда тут. Плечо побаливает.
Бля, плечо болит пиздец, но я думаю, мы покидаем кого-то виса и передний висов, да, и динамики нахуй. Да. А гарики пиздец тяжело накадеть. О, о, о! Было чуть-чуть. Да, пацаны, очень сильно, но я через боль делаю. Ну, у меня только при разведении, блядь. Повезло. Тебе кололи то, что надо, походу. А мне нет. Мне, блядь, знаешь, что кажется? Чё? Короче, он же вот сюда поставил его. Да, да. А у меня боль вот здесь. А, у меня, кстати, тоже чуть там тоже боль. Будто, блядь, он не попал нахуй на стекла, но похуй. А, ебать. Ну, типа... Делись хотя бы половину ампулы, блядь, вот где-то у меня сейчас под кожей, блядь. Да, да, да. Я тоже. Ты сегодня на стиле в штанах, да? Да. Алло. Прогресс стоит. Давай, пробуй. Сука, давай. Жестко. Хорош. Я бесед нахуй слабый, силы очень сильно просто. А, ох, ох. Хорошо. Понятно, все понятно. Больно, больно. Мой любимый воркаутер. Oh, what the fuck is this? This? Yeah, this is... This is... Nah, bro. Huh? Where is Ali? Ali? Команд! Давай, давай! Бля! Я, Станер, кам! Холд, холд, холд! Холд! Я, ман! Я, Исон! Панально! I need to cut off my arm now. О, нихуя себе, хорошая походка. Давай, держи! Есть! Давай, Андрюха, давай! Просто мне очко, блядь, их сулит порвал. Блядь. Ай, пост. Я супер попробую. Давай. Я летаю.
Ебать, что это было? Ёбнутый. Вот, держать! Подтягивай! Подтягивай! Ёбнутый. О! Есть! Хорош! Ай-яй-яй, есть! Давай! А-а-а! Всё! Чуть сведи больше. Нет, типа, ладно, похуй. Красава! Давай, 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 hold, 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 hold. Yeah. Nice, nice. Nice, bro, nice. Израиль, Израиль, зим. Давай, Санёк. Ай, надо... Непривычно, он маленький, я подумал, ну, что... Ну да, 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 да. Чё, плечо побаливает? Болит, нет, нет. Но я через бой делаю. Снимешь? Ой. Одобряю. Держи, держи, держи. Хорош. Типа, я бы не сказал, что стероиды дают прям очень жестко сил, но типа, вот ты чувствуешь себя лучше по силе, не знаю. Ну, у меня как минимум... Сегодня просто настроение лучше. Ну да, да, у меня тоже, у меня я тоже. Я немножко злиться больше стал. Ага. Заметил. Ну да. А еще у меня ночью хуй стоял жестко. Прям вообще. А, пиздец. У меня тоже, кстати, да, стоял. Когда засыпал. Я лег, короче, я лег спать где-то в 12:30, ну. И заснул я только в 2, потому что у меня реально хер стоял часа полтора. Пиздец. Ну хорошо. Ну видно, что я... Техника по пизде пошла, но силы есть. Нормально. Не, ну это прям... Красавчик, 5 по химии.
Нормально. Бля, теперь можно все обесценить, то, что он делает. Да, да. Это все только потому, что ты колешься. Типа, если ты не будешь колоться, то ну просто никто нахуй. Ну, объективно. Давай. Давай. Хуйня. Команда, ready my drop. Ready the drop. Давай. Ой. Блин, ну крутка прям заебись. Все заебись, только держать нужно. Держать! Бля. Типа, бля. Ну а давай тут сделаем. Да, повторяй, пожалуйста. Ну мы официально, ну, допизделись. Ну, да. Без рофла. Ну просто пиздели, пиздели. Мы просто пиздели, пиздели, блядь, месяца два. Беспрерывно, каждый день. Просто когда мы видели, сука, астероида, мы не просто... Вот сюда я бахнул. А видите? Да. Сейчас я съеду, он закрыл. Скажи, что я не знаю. Я не знаю, я. Ну, короче, да, нас выгоняют опять, пидорасы. Да. Но мы не собираемся. Не, это важно. Важно то, что мы три месяца просто, блядь, два. Пиздели, постоянно, сука, просирали, абсолютно все, сука. Нет, я имею в виду, блядь, можете нормально свою мысль сформулировать, блядь, все пиздят. Серьезно, сука. Ну вот прям на серьезе, мы часто говорили о них, просто узнали абсолютно все, нахуй, о стероидах, рассказывали там всем, что, блядь, что ебашит, там, что, кто ебашит. И, сука, не сидели на курсе. И вот получается... Я ничего не знаю, мне просто какой-то рандом вкололи, мне похуй. Главное, что прорез будет. Главное, что Бобби гафнул, парни. Не, кстати, наоборот, там, типа, ну это после, типа, может не гавкать. У меня после. Парни, мне первый день гавкать. Теста... Короче, а я его не использую, мне вообще похуй. Официально, первый день теста у меня Бобик начал мяукать. Нормально, блядь? Да. Какая-то хуйня.